сыграть оборону авангарда. А вот здесь, посмотрите, выход 2 в 1. Бросок и гол! Тейлор Бэк! 1-0! Авангард! Тейлор Бэк, первая шайба в сезоне за авангард. И третье набранное очко. Не успели торпедовцы возвратиться в оборону. Получился выход 2 в 1. Бэк до конца припридержал у себя шайбу и здорово бросил. Но вот так, видите, тут Баранцев упустил шайбу. И в итоге получился выход 2 в 1. И попал. Попал на неудобной высоте в притирку с дальней штангой Тейлор Бэк. И вот подмышкой у Линдбека шайба проходит. Мы это видим сейчас на повторе. И Тейлор Бэк открывает счет в этом матче. 1-0.